Здрасте, как дела? Я Мэтт Уотсон из Карвау. Я за рулем Макларена 600 LT Spider. Справа от меня Lamborghini Aventador SVJ. И мы устроим драг-заезд. Давайте расскажу об этом Макларене. Он оснащен V8 3,8 литра с двойным турбонаддувом, мощность 600 лошадей, 620 ньютон-метров момента. Задний привод, 7-ступенчатая коробка с двумя сцеплениями, снаряженная масса 1400 килограммов, а стоит он минимум 200 тысяч фунтов. Что до Lamborghini? Давайте поболтаем с его владельцем. Это Марк Маккан с канала Марк Маккан 64. Здоров, Марк, как сам? Неплохо, чувак, как ты? Так, расскажи-ка нам про свой SVJ. Итак, мощность 770 лошадей, 720 ньютон-метров момента, двигатель V12, 6,5 литров. Масса сухая, вроде бы 1525, но при этом полный привод. А еще у тебя роботизированная коробка передач, которая переключает похуже этой с двумя сцеплениями. Ну и по деньгам, опять же, твое авто вроде куда дороже, так? Сколько оно стоит? Это стоило где-то 380. Так, если хотите отблагодарить Марка за то, что предоставил нам свое авто, заходите на его YouTube-канал Марк Маккан 64, ссылочка в описании. Пройдите по ней, не стесняйтесь, подпишитесь на него, оставьте у него коммент другой под роликами, мол, спасибо, что дал Мэтту авто. У него машин много, чем больше вас подпишется, тем больше шансов, что он нам даст и другие автомобили для покатушек. Ну ладно, давайте приступим. Buy, sell, car, wow. Перед заездом, как всегда по традиции, саундчек. Поддам оборотов на Макларене. Звучит довольно зверски. Теперь послушаем твой атмосферный V12. Это авто звучит сурово, а то словно итальянский оркестр на 12 цилиндров. Извините, не суть чушь. Начнем заезд! О, сперва минутка рекламы. Если живете в Европах, можете воспользоваться сервисом по продаже авто от CarWow. С вас пара фоток и краткое описание, и наши дилеры предложат вам наилучшую цену за вашу машину. Выбирайте понравившийся вариант, они забирают ваше авто сами и перечисляют деньги на ваш счет. Все просто. Если хотите проверить сейчас, пройдите по соответствующей ссылочке в описании, либо позже просто вбейте в Google «Вау мне! CarWow» и будет вам вау. Марк, перед началом заезда хочу сказать, что неудобно получится, если этот 600-сильный Макларен сделает твой 770-сильный топовый Ламборгини. Ну тут поспорить сложно, я согласен, определенно согласен. Ну посмотрим, погнали. 3, 2, 1. Хороший старт, давай, Макларен. О, давай, дружок, давай, детка. Погоди меня! Я же сказал! Вот так! Все как? Мне было очень приятно. А тебе, Марк, было ли очень неприятно? Пока не готов об этом говорить, дай мне минутку. Я бы не сказал, что стартовало мое авто идеально. Были проблемки с зацепом. А что твой старт? Небольшая пробуксовка. Но слушай, никаких оправданий. Виноват не я, это все проблемы производительности машины. Сваливать все на технику. Мой любимый прием, постоянно так делаю. Ну что, съездим еще разок? Раз я проиграл, я просто обязан попросить вторую попытку. 3, 2, 1. Не, он сделал меня на старте! Давай, Макларен! Ах уж эти пробуксовочки, ну же, смогу ли его нагнать? Давай, 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 давай! Ты победил! У меня старт в этот раз был похуже, но и разрыв на финише был совсем небольшой. GoPro накрылся. Ну так что, до двух побед или камень-ножницы-бумага? Ну конечно, камень-ножницы-бумага. 3, 2, 1. Сделал его на старте. Давай! Тише, Рассен, надо постебаться. Я стартовал лучше и сделал тебя.
Поразительно, какой зацеп у этого заднеприводного авто по сравнению с твоим полным приводом. Просто эпично. Старт у меня был очень хорош, либо просто у меня скверная реакция, либо ты сжульничал, даже не знаю, что это, но погнало мое авто как ракета. Поразительно, лучший старт из всех, но продул. Давайте послушаем, что скажут наблюдатели. Здрасте, товарищи наблюдатели, а скажите-ка мне, был ли у меня в начале фальстарт или не было? Фальстарта не было. Итак, каковы же результаты? Победил Макларен, проехав четверть мили с места за 10,9 секунды. А вот Ламборгини проехал за 11 секунд ровно. Так, теперь погоняемся сходу с 50 км в час. Машины в самых спортивных настройках. Посмотрим, кто первым проедет полмили и милю. Погнали, ночной отсчет. Приготовились. 3, 2, 1, пошел. Хороший буст. Он впереди. Это авто так классно переключает передачу, а еще подсказывает мне, когда это сделать. Он первый проехал полмили. Каков будет разрыв на миле? Он меня сделал. Видите, вот когда не стартуем, то мощности ему не занимать. Ну что, твоя душенька довольна, Марк? Да, чувствую, потратил деньги не зря. Ну да, уверен, что это так, ведь эта машина теперь стоит больше, чем ты за нее заплатил, так ведь? Хотелось бы верить, но не знаю. В общем, я доволен, одна победа мне. Окей, возможно, сейчас прибавишь еще одну, опять прокатимся сходу, но с немного другими вводными. А может, я выиграю, ведь главное сейчас момент. Итак, еще одна гонка сходу, но с третьей передачи и 80 км в час. Начну отсчет. 3, 2, 1, пошел. А, нет, пуст набрал не сразу. Не, по сути то же самое, вот и полмили. Это авто шустрое, но то еще шустрее. Ну что, чего красивое, вот и финиш. Ну все, ты побеждаешь. Окей, напоследок, проверка торможения. Со 160 пересекаем черту, тормозим до остановки. Какое авто остановится раньше? Если что, у обоих авто карбон-керамика. Посмотрим, что будет, уберем рацию, чтобы не мешалось, а вот и черта, начали. Знаешь, встали совсем рядом, но вроде бы... Опять победил. Медаль куда дадут? Я в шоке. Не думал, что выиграю в драге, но победил. Был уверен, что ты меня сделаешь в гонках сходу, но уж в проверке торможения мне казалось, что я тебя сделаю, а вот поди ж ты. Может, у меня ноги больше. Итак, если хотите посмотреть на другое спортивное авто, которое задорно ездит, стоит куда дешевле этих двоих, мы сняли про него видео. Нажмите на подсказку сверху или пройдите по ссылке в описании. Ну и повторюсь, обязательно подписывайтесь на канал Марка. У него много интересных машинок. Хотелось бы заполучить их и снять видео другое. Заходите по ссылке в описании. Ладно, если вам понравился выпуск, поставьте нам лайк, нажмите на окошке слева, чтобы посмотреть еще видео, либо на значок по центру, чтобы перейти к сравнительной табличке всех наших драг-заездов.